Всем привет! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня будет очередной раз раскрывать по ссылке. Кто-то раз на одну больше. 5. А в прошлый раз было 4. Ну, давайте уже начнем раскрывать. Интересно, что в этих посылках? Вам нравится, да? Сейчас вантика насыпала. Ну все, открываем. Ну, колочка. Кажется, у меня такая уже была. Да, у меня эта заколочка была с заколочкой дерева. Если получится, это как-то вот, вот так вставляется. Оно золотого цвета, это форма палки. И чуть-чуть оригинально сделано. Прям, прям так, такие прям сделали, еще ветки сделали. Очень прикольная, болтая. Такого примера, он годный день, кроме школы. К сожалению, кроме школы. Открываем следующую посылку. А что-то прям интересно. Прям вот косится будете. Это батарейки для папиных часов. Они такой зелено-красной упаковки, поэтому раз это не мои батарейки и не мне, поэтому я их открывать не буду. А сразу передам папе. Ну, и открываем следующую посылку. Это какой-то браслет, и это линейка. А, я поняла, что это. Это специальная штука, чтобы мерить размер, чтобы, допустим, делать кольцо. Вот на пальце. И, допустим, 2,5. И это мое. 2,5 – это мой размер. У кого тоже 2,5, напишите в комментариях обязательно эту штуку купить. Она вам пригодится. А вот линейка, измерялка. Ну, не совсем линейка. Можно использовать как линейка, в принципе. Открываем следующую посылку. Все, в принципе, с вами еще не закончилось. Очередные кольца. Я люблю кольца. Очень. Золотые кольца. О, еще в упаковке. Ну вот, я первое кольцо открыла. Это непонятно, что вот здесь. Есть какие-то. Это золотое кольцо. Здесь дырочка. И здесь стразики белые. Сейчас померим. Где эта линейка? Ну сколько? Почти ровно. Да. Не-не-не, мне до этого кольца еще расти. 10, 9, 9,5 где-то. Вот это кольцо, у меня еще расти до него долго. Ну, следующее кольцо не будет болеть, даже открою. Оно такое же. Ну, и последняя посылка на сегодня. Не хотела бы, чтобы последнее. А я думала, она кусок. Какая-то штучка.
что это такое? Кто знает, что это такое, напишите комментарии. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь эти смешные ушки и мои новые видео. Пока-пока!